Здоровенькие ребят, вы на канале Ford Mac. Ну что же, Пелло, сеньор Пелло, это у нас, эх, Underpants. Ну, точнее, это не совсем Пелло, это его, я бы сказал, заменитель. Не знаю, низкокалорийный, возможно, диабетический. В любом случае, это месть Папайруса. Ня-ха-ха, давайте посмотрим, что там у нас происходит, насколько там будет много пеловских... и прочего, погнали. Постабук. А, путстаблук, путстаблук. Ага. Я уже боюсь, когда он заорет. Коллекции праха. Лучше не спрашивай, зачем. Дай бог, он в Майнкрафт играет. И пользует порошок по назначению. Ну ладно. Окей, я надеюсь. Оу. Оу, ладно. Ладно. Хорошо, надеюсь. Еще один путь геноцида. Мною убитые маман-коза, а также рыбка-сучка и... Блять, ну, конечно, контур более тонкий, в отличие от Пелла, но вот озвучка крабика реально, как говорится, вывозит вот эту, знаете, пелловскую ебаньцу. И... кое-что впечатляющее. Мною убит... Ура! Мною убит Санс. Санс! Да! Оба. Здорово. Я не понимаю, что хорошего в убийстве человека. Так, так, так. Кто тут у нас? Можешь ли ты в конце концов дать мне закончить мою реплику? Нет, этого не может быть. Ну, понимаешь ли, у меня не так много времени, так что если ты подойдешь, я тебя чук-чик. Какими были его последние слова? Он сказал, что расскажет каламбур. Как-то, как каламбур, типа... Почему скелет убил человека? Потому что они кость не поделили. Блять. Он еще тот шутник. Но иногда раздражает, не так ли? Да-да, он прикольный. Да-да. Но он всегда был со мной, когда я в этом нуждался. Типа, если бы не он, у меня не было бы этой зашипенной куртки. Ты стырил ее, так ведь? Да. И Андайн тоже. Она была рядом, когда нужна была поддержка. Но... они убиты тобой. Человек, позволь мне поделиться своим коктейлем чувств. Может, чувства не надо? Такие... Эй! Хватит! Херак! Дай мне знать, если тебе больно. Я не хочу. Пока маленький процент ебаньцы. Где мои рожи? Не хочу тебя обижать. Просто хочу преподать тебе урок. Возможно, я не идеальный братюня. Но я буду мстить за них. О, пошло! Честно говоря, я хочу быть похожим на него. Но теперь это невозможно. Прости, просто привычка. Я обещал себе прощать. Вот почему ты так и не попал в королевскую гвардию. Нет!
Нет! Прости меня, человек. Надо было верить тебе и дальше. Я скучаю по друзьям. Я скучаю по братюне. Санс! Легкая добыча! Немножко кадров не хватает, все-таки у Пэлла это как-то поплавнее было. Ты бессердечная скотина. После всех моих попыток предотвратить твою смерть, почему? Какой в этом смысл? Ты можешь радоваться жизни, не убивая никого. Просто поверь мне, я все еще верю. А, пиздец. И где же теперь твое крутое кости-ружье, мистер... Валуи! Мистер Черепушка! Знаешь что? С меня хватит! Ты меня достала, я натерпелся от тебя, дерьмо! Никаких игр и головоломок! Нет, хватит! Сейчас я покажу тебе мощь папайруса! Интересно, кто-нибудь делал такие вот моды за, там, так сказать, за папайруса, вот в стиле последней битвы с Сансом, то есть такую же сложную хуйню. Блин, это все, что ты можешь? Давай спецатаку! Серьезно, сколько у тебя пушек? Как бластер, я могу хуя тебя простить после всех твоих содеянных бед? Погодь, я помню это! Давай же ты все помнишь! Стоп! Чё? Доставь тебе Луиджи в покое. Не. Санс, я не сдамся. Даже если на кону моя жизнь, я заставлю человека платить за свои грехи. Ау, не! Пиздец. Я не должен сдаваться. За братю. Ню! Нет! Нет! Один КП. Нет! Я? Ну? Я не могу. Блять. Одна из моих величайших слабостей. Не могу убивать. Я не хочу этого делать. Битва дисбелив. Все-таки дисбелив это просто, блин, я, к сожалению, не шарю во всех, как говорится, вариациях и различных вселенных, микровселенных, больших вселенных и прочим, что есть в Undertale. Мне так жаль. Блядь, чел. Папайрус. Братюнь. Делай то, что умеешь лучше всего. Ты прав. Человек ждал плохих времен. Но это еще хуже. Это время Валуиджи! Пиздос. Как тебе мой прикид, человечи? Шикарно. Я великий Валуиджи! Стой и не рыпайся! Но сперва давай сделаем битву честной! Бро, и это ты называешь честной? Это нифига не честно! Не честно? Хорошо! Твой дурацкий прикид меня не страшит! Я могу вас замочить на... Вау, ты в строю? Пожалуйста, братю, не мешай мне с... Сука, да. Серьезно? Да. Ты всегда так поступаешь? Постоянно.
Где твой энтузиазм? Ну, Хочет спать? Что такого? Отъебитесь. Вот, кетчуп. Ладно, если ты планируешь ничего не делать, тогда я пошел. Что ж, думаю, мой братюня прав. Мне нужно отнестись к ситуации более серьезно. Но в любом случае, я и мой брат дадим тебе плохих Нет. Сука, только не ты, блядь. КОВ! Ёб твою. Узри, моя особая атака. Блядь, даже жалко человека. Где эта особая атака? Ладно. Вот и встреч, блядь. По факту, блядь, драка двух раковых мемов на одном ребенке. Заебись. 1-0 меня устраивает. Если ты играешь так, то я буду. Ага, получай. Да! Сука. Если человек. Бы Андайн была здесь, то она уравняла бы шансы на победу. Кстати, об Андайн. Попробую кое-что. Ну-ка. Верден был. Оу, здорово. Дитя! Да! Добейте дитя, добейте! Я сейчас уже запуганный, пиздец. Давайте, человек! Я и мой бро и рыбёха завалим тебя! Хоть я и нереален, мы тебя пригоди, чё? Это ты не реален. Чё? What the fuck? Всё, смысла дальше нету, что ли, сражаться? Все это время я думал, что они рядом. И сражался ради них. Но их не было. Я поступал так, как хотели бы они. Но точно не я. Нет! Я должен поступить по-своему! Не по-твоему, не как Санс, не как Андайн, нет! Надо было поступать так с самого начала, потому что я должен верить в себя, а не в тебя. Но я должен это сделать по-своему. Ну давай, покажи. Так что, человек, великий папайрус покажет тебе, как сделал бы он. Ну, конечно, вот именно таких топорных кринж моментов, то есть как у Пэлла здесь побеж, здесь больше именно такой вот, как сказать, знаете, анимешного превозмогания. Миленько, блядь. Ты сдаешься? Нет? А? Ладно. Ну давай, тогда добивай его. Ну давай же, сдавайся. Ты все усложняешь. Блин. Пожалуйста, человек. Я знаю, в тебе скрывается добро. Я дам тебе последний шанс. Да бесполезно, чё всё. Пожалуйста, человек. Я всё ещё... Твою Бум. Мать. Твою мать.
же сучонок, а? Большое спасибо за и просмотр! Сучка. Ролик перевел Deo Mortis, озвучил Даби Крабик. Переходите на оригинальный ролик и влепите лайк, если вам понравилось видео. Покеда! Ну чё, ребят, неплохо, конечно, я ожидал больше вот этого вот пеловского юмора, таких неожиданных моментов. Это больше такое, знаете, прям, сказать, упорото анимешно. Но в целом прикольно, то есть сама задумка интересна, этот Disbelief Papyrus. Классно, получилось очень даже неплохо. Хоть и, как я уже сказал, немножко не дотягивает до уровня, кстати, пилоневских анимаций. Но в целом, респектос. Спасибо Даби Крабику за отличнейшую озвучку, прям добавляет баллов к аутентичности. В общем, поддержим автора оригинала, поддерживаем озвучку Даби Крабика. Не забываем подписаться здесь, поставить лайк или дизлайк на ваш вкус и цвет. Само собой, комментарий для продвижения ролика. Ну, не поскупитесь и на колокольчик, чтобы не упустить новые реакции из виду. И спокойной ночи, дружок-пирожок.